Среди студентов и работающей молодежи Белгорода выбрали лучшую спортивную команду. В минувшую субботу соревнования прошли на базе Университета кооперации экономики и права. За победный кубок боролись 12 молодежных общественных организаций. Кто занял лидирующие позиции, расскажет Диана Калединова. Перед стартом дружеские рукопожатия. Важную традицию спортивного этикета демонстрировали 72 участника. Это студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители молодежных общественных организаций. Всего 12 команд. Первый вид испытаний – перетягивание каната. По жеребьевке открыли соревнования молодогвардейцы и механико-технологический колледж. Показать свое превосходство и силу стремилась каждая из команд. Однако в этом виде программы равных не нашлось студентам кооперативного университета. Затем участники сыграли в мини-футбол. Здесь лучшей оказалась городская молодежь. По результатам настольного тенниса в лидерах технолог. Оцениваться в общем по баллам будет общее количество очков, которое набрала команда в каждом из видов спорта. То есть здесь учитывается и сила, и выносливость команды. Для каждого участника такие соревнования не только шанс проверить свою спортивную подготовку, но и возможность проявить командный дух и найти новых друзей. Мы готовились вообще от последней недели тоже, вот пробовали перетягивать канат, все, футбол у нас постоянно тренировки шли, теннис вот не переставая идут тренировки. Я вообще до этого момента не особо знаком был вот с этими ребятами. Сейчас как-то вот, когда начинали тянуть канат, чувствовалось какое-то вот, мы были вместе, как будто раньше всегда были рядом. С 5 класса как бы вместе все в военно-патриотическом клубе и постоянно занимаемся, постоянно готовимся, совершенствуемся. Рассчитываем, конечно же, только на победу. Я думаю, как и все, будем нацелены на это, будем стараться, думаю, будем побеждать. Очень здорово, что такие соревнования проводятся именно здесь, у нас в университете. И что не среди профессионалов, а именно среди активистов нашего города, где нету, знаете, такой разъяренной борьбы, а именно дружеский дух соперничества. И поэтому, мне кажется, здесь очень важно, даже несмотря на то, что кто победит, кто проиграет, все равно дружба останется царить между нами. Соревнования среди молодежных общественных организаций проходят впервые по инициативе Управления молодежной политики администрации Белгорода. Их посвятили предстоящему Дню студента. Настроение, я вижу, замечательно, все на эмоциях. Это можно посмотреть по исполнению спортивных дисциплин. Спортивный азарт, он у них в крови, походу, они кричат, это замечательно. А в преддвериях праздника студента хотелось бы пожелать нашей молодежи счастья, здоровья, творческих успехов. Главное, верить в себя. По итогам соревнований кубок за первое место остался у хозяев площадки – студентов кооперативного университета. На втором – команда городской молодежи. Замкнул тройку лидеров – военно-патриотический авиационный клуб «Крылья Белгородчины». Диана Калединова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.